людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое свое. И нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей. Самой неинтересностью своей. Человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним грешных и земных. Что мы знали в сущности о них? А что мы знали в сущности о них? Thank you.
добраться почти, не знаем ничего. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать.